Сотрудники полиции из Киренска Руслан Рогу и Владислав Миронов во время рейда на реке Нижняя Тунгуска заметили утопающего. Полицейские бросились на помощь к пенсионеру и вытащили его на берег. При попытке покинуть судно гражданин не справился с течением, держась за трос, привязанный к носовой части судна. Поплыл вместе с судном в противоположную сторону от берега, кричая при этом о помощи в связи с тем, что он не чувствовал дна и не мог самостоятельно выплыть. Увидев происходящее, участковому полномочному полиции было принято решение о помощи гражданину. Здоровью мужчины в настоящий момент ничего не угрожает. Полицейских наградили ведомственными медалями за смелость во имя спасения.